что через 24 часа, точнее через сутки, сейчас этот день пройдет, и все, я улетаю в Казахстан. Увидимся с вами уже завтра. Я уже вынесла свой чемодан. Так переживаю, так переживаю. Я, конечно, все понимаю. Ну, ребят, да, это же трэш. Киш-контент. Я счастливая. Мне на пары не надо. Здорово. Здорово. Как и говорила, уже встретила. Нет. Эх, в смысле? Стойка для пенсионеров. В смысле стойка для пенсионеров? А мне как идти? Ты что, издеваешься? Ой, я не думала, ты сама туда пришла. Здравствуйте. Ну, ты типа отстриглась, самое главное, вообще. Я похожа теперь на Урсулу из «Русалочки». Тоже с таким же пузиком и с таким же вторым подбородком. Слушайте, здесь собралась и русалочка, как бы, и Урсула. Вам не кажется, это комбо? Так, ребят, как будем в самолете... Да ты... Ну ладно, значит, пойдем как пенсионеры. Ну, самой нет. Досмотр мне произвели. Ёкарный бабай, сколько у тебя вещей. Чё, это маленькое. Ну, только посмотрите, какие тут вещи. Слушай, я людям обещала влог. Да? Да. Влог жоп. Ой, пенсионерская тема закончилась. Все, дальше идем. Все, мы прошли все, что нужно, все, что можно, нельзя. Я уставшая уже, хочу кушать, попить, все что угодно сделать, пойду еще куплю себе что-нибудь. Все, мы идем, наконец. Так, теперь нужно искать выход. 45. Ты что, нам сам конец, вон. Вот это поворот! Предлагаю пойти пожарить. Квартиры хотите? Квартиру хотите? Что? Квартиру. Хочу. За 500 рублей. Да, давайте. Утканула, утканула. А мы уже в самолетике. Стася. О, здравствуйте, здравствуйте. Она снимает через свою, а я через свою камеру с подкрытой. Это вы. Мы сели в самолетик. Мы в самолетике. Сели мы достаточно долго. Большую часть я вырезала, потому что вам это было бы неинтересно, как мы летели, что мы делали. Большую часть полета мы просто спали со Стасей, так как лететь было 5 часов, это было невыносимо. Я просто пыталась хоть как-то поспать. Она-то спала спокойно, у нее там подушечка, она была подготовлена ко всему, а я нет. Я просто сидела и думала, когда это все закончится, когда мы наконец прилетим. И вот настал тот момент, когда мы прилетели. Короче, мы прилетели, у меня обратно ничего нормально не работает, я вас протерла. Смотри, снимай. Чего у них написано? Я очень низкий, здравствуйте. Вы к нам? Здравствуйте, вы к нам? Нет, мы не к вам. Ну, здравствуйте. Все, пошли, я не к нам. Ну вот, после того, как мы прилетели, мы заселились, мы поехали встречать ребят, а это именно Стасю и Хираида, потому что они поехали гулять, что-то там фоткаться, а мы с их Данилом поехали сразу в торговый центр и там их ждать, чтобы вместе потом отправиться покушать. Качество камеры ужасное, я выгляжу, как будто я только что родился. Но ничего страшного. Всем привет, ребята, с вами Икс Данил. Я собрал телефон Ашанам. Прямо сейчас мы находимся в торговом центре. Там Ашан обиделась. Блин, надо идти извиняться. Извиниться, как извиниться, как извиниться? Иди, скажи прости меня. Хорошо, я скажу прости меня, пожалуйста. Здравствуйте, я хочу извиниться. Прости меня, пожалуйста.
приехать на Комик-Кон. А вот и на Комик-Коне! Стася! У меня такая же штучка есть! Стася, не хочешь на Комик-Коне? Мы на Комик-Коне! Давай похвастаемся! Смотри, трансформер! Все, что скажешь? Я скажу, что мне все нравится, я доволен, в принципе. Пока не нашел капитана Джека Воробья, я не буду доволен, я передумал, да, я больше не доволен, все. Почему ты меня так близко снимаешь? Ты так тоже меня снимаешь. Стася! Что? А что? Крейт. Я нашел себе своего спойлера. Стася, привет. А где все остальные? А, вот. Все куда-то что-то расходятся, все куда-то что-то фоткаются. А, вот Стасика я нашла. Со мной здесь Стасик. Смотрите, кто еще здесь. Зенни. Салам алейкум. Всем привет, ребят. Здесь очень много народу. Как вы видите, здесь офигеть много. Бизнес выбора никак. Смотрите, у нас, точнее у вас есть выбор. Первое, вы сейчас получаете коробку, а потом получаете секретное. Либо сначала секретное, а потом коробку. Работали, но надо было ветер. О чем я? Давайте открыть. Аккуратно. Давай. Открывай. Там, возможно, бомба. Выпрыгнет. Там кошка. Прикинь, там сейчас будет змея. А что ты на меня отправляешь? Что ты на меня? Мне страшно, в смысле? У меня попрыгун. Попрыгун на пересон какой-то. Стойте, прежде чем вы откроете, вопрос. Как вы думаете, что там может быть? Какая-то жижа. Жижа. У меня что-то сухое. У меня жижа какая-то. Дай мне, ну-ка. Нет, там какая жижа сухая. Сухо. Давай глю-глю-глю. Или игрушка. Возможно, вам такое дарили, а возможно и нет. Если я в людей направлять буду, им это понравится. Думаю, не всем. У меня тоже носки. Я боялся, что она улетит. Уф. Крутой перец. О, май гад. Опа! У Ярика тоже. А это у Ярика. Пока все тут заиграются с мячом. Стасик, я тут вообще сижу. Покажи, как я вообще сижу. Как бы. За картах. Я боюсь, что меня вообще собьют. Они. Помогите. Первый день Комик-Кона мы были вообще просто выжатые. Еще нас за ручку вывели, потому что было очень много народу. Все были рады нас видеть. Все равно очень приятно получить подарочки. Кстати, да, я ношу тот же самый браслетик, то, что вы мне подарили, сделали. У меня это все хранится в специальной такой небольшой коробочке. А некоторые я поставила прямо к себе на стенку. Мы отправились покушать. После этого поехали в отель отдыхать, а вечером мы пошли к ребятам и, как вы знаете, отдыхали, общались, тусили вместе. Людей много. Мы со Стасей пришли самые первые. Нас уже спрашивают, где это и так далее. Мне подарили пару подарочков. Я очень рада. Спасибо, правда. Ко мне налетели люди. Я сейчас впервые такое вижу, когда ко мне налетают люди с обнимашками, но это очень круто, ребят. Правда, очень. Вперед за душу. Спасибо огромное всем, кто здесь был, кто меня узнал. Не-не-не-не-не-не-не-не, только... Ну... Ладно, за нами, все же за нами, люди. Пойдем. На другую сторону. Мы сейчас идем вещи получим. Ну, потеряла. Ну и ладно, бесчестно обойдешься. Все, вот люди уже пришли, помогите, пожалуйста. Пожалуйста, всем привет! Как вы приняли меня?
Четвертый игрок с группой вытащит руки на плечи. И нас покидает мафия. Кажется, что она будет правда мафия. И если мы ее сейчас не кикнем, это будет очень плохо. Игрок номер 12, что это может стоить? Мне кажется, это пятый. Пятый? Уже в отчаянии. Да нет. Хорошо. Мы голосуем, я голосую против игрока номер 12. Против 12. 12 игрок. У вас есть оправдание? Оправдания нет. В таком случае, сгруппируйтесь, руки на плечи. Спина прямо, не прислоняемся. И на этом голосовании большинством было принято. И нас покидает. Короче, ребят, на третий день я просыпаюсь в смысле того, что я до сих пор в Казахстане, и просто после этого вспоминаю, что завтра мне уже уезжать домой. Я погрустила минуточку, там две, и побежала быстро собираться. Мы пошли сразу к Эду. У него уже там закончилась встреча с подписчиками и вопрос-ответ, естественно. Что было после? Мы все вместе спустились в лаунж-зону, чтобы передохнуть, перекусить, пообщаться, попить воды. И где-то через час, может, полтора, вот так вот, это решил устроить встречу с подписчиками, чтобы просто с ними пофоткаться до конца вместе, увидеть их, расписаться везде. Везде, где только можно. Но как только мы вышли, мы побежали на второй этаж. Там вас становилось все больше и больше. Мы решили окружить это для того, чтобы было небольшое пространство для фотографий вместе с ним. Но вас было настолько много, мы вообще были в шоке. Мы стояли вообще никакущие. После этого всего, когда мы пошли уже обратно, мне стало не очень хорошо. На третий день мы сходили, погуляли все вместе. Это был лучший день, третий, самый последний. Ну, что, мои хорошие? Это последний день. Сегодня я уже улетаю домой. Незаметно пролетели эти 3-4 дня, но они самые незабываемые, самые лучшие, особенно в сентябре, я вообще в шоке. Всем спасибо, кто приехал, кого не увидела, даже если впервые. Это были самые лучшие дни. А на этом я с вами прощаюсь. Всех люблю, целую, обнимаю. Все.